Учрежденное в Департаменте контроля государственной налоговой инспекции новое отделение электронной коммерции, предназначенное для работы с расчетами с использованием виртуальной валюты, дает надежду на то, что это пространство, особенно благоприятное для развития нечестного бизнеса, не успеет развернуться, уверен президент Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус. Своим мнением о необходимых изменениях Суткус поделился на встрече с новой главой налоговой инспекции Эдитой Янушене. Развитие расчетов при использование виртуальной валюты может вызвать много проблем. Переводы таких средств не контролируются и не облагаются налогом, поэтому создаются прекрасные условия для нелегальной деятельности. Напомним, расчеты и обороты криптовалюты в Литве никак не регламентированы законом. Между тем, она становится все популярнее в мире. Появились даже литовские аналоги уже знаменитых биткоинов. Напомним, что криптовалюта, если говорить простым языком, это зашифрованный код, который появляется после вычисления алгоритма. Теоретически заниматься такими вычислениями может каждый желающий, у кого есть компьютер. Однако на практике оказывается, что под силу это могут сделать только мощные вычислительные системы, которые недоступны обычным пользователям интернета. Из-за этого криптовалюты и стали ценней, чем обычные деньги. Например, сегодня один биткоин стоит почти 3300 евро. И это не самая дорогая криптовалюта на планете.